наше любимое ТВ. И Михалыч, говорим о погоде на 29 октября 2017 года. По республике ночью по крайнему северу местами небольшой снег. По остальной территории антициклон определит погоду без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха северные районы ночью минус 8, минус 13, местами до минус 14-19, днем плюс 3 и минус 4. Центральные районы ночью минус 8, минус 13, а днем тепло 1-6. Южные районы ночью минус 4, минус 9, по юго-западу уже минус 12-18 ощутимо. А днем тепло плюс 5, плюс 10. Наша любимая и обожаемая столица без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 8, минус 10, а днем тепло плюс 4, плюс 6. Атмосферное давление будет медленно падать до 718-716 миллиметров ртутного столба. Человек живет только в настоящее время. Все остальное или прошло, или уже неизвестно, будет ли еще. Живите в настоящем с верой в будущее. Любящий вас АТВ Михалыч, мы тоже на что-то надеемся.